целью реализации областной целевой программы развития социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области в 2010 году администрация города выступила учредителем организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Заволжья муниципального учреждения «Заволжский бизнес-инкубатор». Для его функционирования и в соответствии с комплексным планом модернизации моногорода Заволжья на 2010-2020 годы было предусмотрено строительство бизнес-инкубатора офисного типа. Здание бизнес-инкубатора введено в эксплуатацию 9 ноября 2011 года. Официальное открытие состоялось 25 ноября 2011 года. Сегодня бизнес-инкубатор – это современное двухэтажное здание площадью 1098 квадратных метров. В нем располагаются 38 офисов, 30 из которых предназначены для резидентов. Это комфортабельные 1-, 2- или 3-комнатные офисы, светлые, теплые, оснащенные компьютерами, офисной мебелью, оргтехникой. В каждом офисе есть доступ к интернету, телефонии. Это комплекс услуг, которые Заволжский бизнес-инкубатор предоставляет своим резидентам. Первый конкурс на заселение бизнес-инкубатора резидентами состоялся в июне 2012 года. За период деятельности Заволжского бизнес-инкубатора резидентами становились 47 компаний, 29 из которых являются выпускниками. Сегодня резидентами бизнес-инкубатора являются 18 компаний, сферы деятельности которых – производство, образовательные услуги, консалтинг, IT-технологии, архитектурная деятельность, сельскохозяйственное производство. Компаниями резидентов и компаниями выпускников было создано 71 рабочее место. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней и отчисления во внебюджетные фонды составили 14,8 миллиона рублей. На самом деле сначала, может быть, мы все начиналось не так оптимистично, и в какой-то момент и мы думали, а вдруг нам не пойдут, а вдруг мы здесь не нужны в нашем городе. Но понимаете, оказалось все по-другому. Вы видите, сколько у нас на парковке стоит машин, вы видите, сколько у нас открываются двери, сколько к нам идут люди. Это и маленькие дети, здесь у нас много различных предпринимателей располагаются своими услугами. Это и предприниматели, которые оказывают не только услуги, но и производственные компании, которые сегодня пополняют наш бюджет и которые делают добавленную стоимость в нашем городе, а не только услуги. Поэтому сегодня двери открыты для всех, и люди к нам идут. И самое главное, то, что люди нас поверили. Заволжский бизнес-инкубатор выстраивает работу по нескольким направлениям. Основное направление – создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Заволжья. Наша цель – дать начинающим предпринимателям шанс организовать стартовые возможности. Расширение бизнес-сообщества, в том числе за счет увеличения численности мелких предпринимателей, это своего рода дрожжи для развития нашего города. Нам нужны новые идеи, новые проекты и люди, которые будут эти идеи и проекты реализовывать. А мы, в свою очередь, будем их поддерживать, помогать. А самое главное, не мешать развитию предпринимательской инициативы. В этом администрация Заволжья видит один из способов выхода нашего города из кризиса. И это одно из приоритетных направлений нашей работы. Одна из уставных задач Заволжского бизнес-инкубатора – работа с молодыми компаниями, находящимися на начальном этапе своего развития. И это не только предоставление в аренду офисных помещений на льготных условиях, но и комплексное сопровождение бизнеса в виде оказания услуг юридической и бухгалтерской поддержки, оказания секретарских услуг, участия в образовательных программах и мероприятиях, предоставление комплекса информационно-консультационных услуг. Только за 2015 год предпринимателям города Заволжья было оказано более 1000 услуг. Общество с ограниченной ответственностью «Интергрупп» – производство сельскохозяйственной продукции. Резидент бизнес-инкубатора с 2016 года. Осознав, что учиться надо на ошибках не только на своих, но и на чужих, было принято решение стать резидентом бизнес-инкубатора. Все-таки польза от этого есть огромная, потому что бизнес-инкубатор, помимо того, что дают площади в аренду дешевые, также в этих кабинетах есть вся техника, не надо тратить свои финансовые какие-то, финансовое состояние, свои активы.
Вот. То есть мы имеем преимущество перед другими организациями, которые резидентами не являются. Планируем получить грант на поддержку сельского хозяйства и в дальнейшем оказывать посильную помощь в благоустройстве родного города. Общество с ограниченной ответственностью KXP Plast. Производство изделий из пластмассы, применяемых в строительстве. Резидент бизнес-инкубатора с 2015 года. Для нас бизнес-инкубатор – это возможность развития бизнеса. Он помогает людям, бизнесу быть как минимум на плаву, развиваться. В общем, чего ему хорошего. В рамках программы микрокредитования малого и среднего предпринимательства города Заволжья через автономную некоммерческую организацию «Заволжский центр поддержки предпринимательства» с 2012 года выдано 114 микрозаймов на общую сумму 32,4 миллиона рублей. Общество с ограниченной ответственностью ТМИН. Творческая мастерская Ирины Назаровой. Ирина Владимировна Назарова – резидент бизнес-инкубатора с 2015 года. В этом же году получила грант. О бизнес-инкубаторе узнали также от знакомых, которые тоже являются резидентами бизнес-инкубатора. Но в процессе того, как мы стали общаться и появилась возможность поучаствовать вот в таких государственных программах, и родилась мысль приобретения именно техники. А техника, ну, скажем так, такой техники, которой нет у других. Осуществить эту мечту нам помог бизнес-инкубатор, а в частности, уважаемая многими Елена Петровна. Спасибо ей большое. Она рассказала нам о программах, которые есть у нас в государстве. И с помощью вот этих программ мы смогли приобрести вот эту чудесную технику. Общество с ограниченной ответственностью «Яркий город». Генеральный директор Роман Левашов. Архитектурная деятельность. Является резидентом бизнес-инкубатора с февраля 2016 года. Планирует с помощью бизнес-инкубатора получить в 2016 году грант на развитие собственного бизнеса. Наша компания «Яркий город» занимается покраской и художественным оформлением зданий, помещений, фасадов. Поскольку есть опыт работы за границей, мы стараемся переносить, так скажем, опыт других стран на площадке в России. Не стоим на месте, растем, развиваемся. Очень надеемся на поддержку бизнес-инкубатора, вот, с которым мы начали работать. Мы собираемся, то есть, подавать заявки на получение грантов, чтобы приобрести оборудование. Собираемся расширяться уже когда на второй год ведения бизнеса, соответственно, надо задуматься об этом. Вот. И тем самым мы хотим поучаствовать в этом гранте. Также может быть очень хорошо поучаствовать в программе кредитования малого бизнеса. Очень хорошие проценты, выгодные ставки. То есть рады этому, что есть у нас бизнес-инкубатор. Важнейшим направлением деятельности Заволжского бизнес-инкубатора является пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. В рамках программы были проведены мероприятия по обучению и информационно-консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Программа обучения разработана по самым актуальным для предпринимателей темам: основы ведения бизнеса, бизнес-планирование, маркетинг, командообразование и управление персоналом, менеджмент, управление продажами, бухучет и налогообложение, управление проектами и предпринимательство в условиях вступления России в ВТО и многие другие. Бизнес-инкубатор чутко реагирует на запросы предпринимательского сообщества, берет на себя функции коммуникатора и организует встречи заволжан с коллегами-предпринимателями из других районов области, регионов, в том числе с иностранными партнерами из Германии и Франции. Шишова Ирина Викторовна – индивидуальный предприниматель, руководитель Центра психолого-педагогического сопровождения развития, дипломант различных профессиональных конкурсов, автор программ обучения и публикаций в научных изданиях, получатель гранта 2010 года. Бизнес-инкубатор создает все условия для предпринимателя, чтобы превратить их идеи в реальный продукт. Это не только материальная поддержка, но и информационное сопровождение бизнеса, обучение, консультирование. Самое главное, есть куда обратиться за помощью и советом. Для меня
Важен опыт других успешных предпринимателей. Бизнес-инкубатор дает возможность познакомиться с другими замечательными людьми, с которыми можно обменяться опытом и которые могут оценить твой проект. В бизнес-инкубаторе проводятся мероприятия, направленные на повышение профессиональной грамотности руководителей и индивидуальных предпринимателей, такие как обучающие семинары и бизнес-тренинги, мероприятия по популяризации предпринимательства среди молодежи. Заволжский бизнес-инкубатор организует и проводит профессиональные конкурсы, помогает принимать участие в конкурсах, проводимых другими организациями поддержки предпринимательства. Команда ЗБИ формирует новые традиции профессионального общения и взаимодействия предпринимательского сообщества, разрабатывает и проводит мероприятия, которые приобретают все большую популярность в городе Заволжье и Городецком районе. В 2014 году впервые состоялся городской имиджевый конкурс среди женщин-предпринимателей «Женщина может все». В 2016 году этот конкурс прошел с еще большим успехом. С 2014 года заволжские бизнес-леди принимают участие в региональном конкурсе «Женщина-лидер 21 века». Причем первое же дебютное выступление завершилось победой заволжанок. В 2015 году была возрождена почти забытая традиция. Заволжский бизнес-инкубатор организовал районный конкурс профессионального мастерства «Мир красоты» среди предпринимателей, занятых в сфере индустрии красоты и моды Городецкого района. Большим потенциалом по генерированию бизнес-идей обладает молодежь. Студенты заволжских филиалов вузов, заволжского автомоторного техникума и школьники старших классов – будущее нашего города. От их выбора, где жить, работать, создавать семью в своем родном городе или уезжать в мегаполисы, зависит и перспективы Заволжья. Поэтому работа с детьми и молодежью – приоритетное направление в деятельности заволжского бизнес-инкубатора. С момента создания бизнес-инкубатора мы взаимодействуем с ним очень тесно. И буквально с 2011 года, как только они начали работать, все мероприятия, которые нам предлагал бизнес-инкубатор, мы приветствуем. Наши ребята становятся, как правило, активными участниками этих мероприятий. И если уж это конкурсные программы, то обязательно мы находимся в числе победителей. Это очень отрадно и приятно. Бизнес-инкубатор вообще играет большую роль в жизни, наверное, не только нашего техникума, но и в целом всего города. Бизнес-инкубатор порой является площадкой для того, чтобы начинающие предприниматели получили определенную поддержку и получили успешный старт. И именно из стен бизнес-инкубатора они, в общем-то, выходят дальше в большую жизнь. В 2015 году Заволжский бизнес-инкубатор начал работу по обучению финансовой грамотности школьников и провел в школах семинары «Школа личных финансов». В мозговых штурмах на уроках экономики по освоению науки, как научиться выстраивать свои личные финансы, а также в уроках-экскурсиях «Все работы хороши, выбирай» приняли участие ученики пяти школ города Заволжья. Задача, наверное, нас всех, не только учителей школ, но и, наверное, и руководство города, в том числе обязательно, чтобы наш город сохранился, чтобы он жил долго, счастливо, полноценной жизнью. А чтобы это сделать, нужно оставить здесь молодежь, креативную, потенциальную, которая сможет улучшать наш город. Одним, наверное, из способов дать и рабочие места, и высокий доход является, конечно, предпринимательство. Бизнес-инкубатор всячески пытается нам это показать, помочь и молодым предпринимателям, ну и детям, которые в перспективе тоже могут стать молодыми предпринимателями, потому что желание уже есть, способности у многих наших детей есть, и они с удовольствием участвуют во всех мероприятиях, предложенных бизнес-инкубатором. И впервые попробовали пятиклассников. Пятиклассники у нас ходили в бизнес-инкубатор, там им был представлен открытый урок в мире профессии. Дети в восторге. Детям очень понравилось. Дети, что старшеклассники, что маленькие, они настолько под впечатлением, и очень многие уже для себя, собственно, уже сейчас выбрали свой путь в бизнес и только в бизнес. Для старшеклассников ежегодно проводятся конкурсы сочинений на предпринимательскую тематику. Заволжский бизнес-инкубатор участвует во всех этапах подготовки и участия заволжской команды к ежегодной областной олимпиаде по предпринимательству среди школьников.
Для студентов Городецкого губернского колледжа, а также студентов Заволжского автомоторного техникума проведены встречи с предпринимателями и успешными управленцами в формате управленческого поединка «Собственный бизнес против найма». Активная работа Заволжского бизнес-инкубатора по реализации программы позволила не только оказать материальную поддержку предпринимателям города, но и создать новые рабочие места. Оказывая информационную и консультационную поддержку, бизнес-инкубатор тем самым растит в своем городе грамотных управленцев. Сфера моего бизнеса не требует каких-то крупных финансовых затрат, но, тем не менее, мне необходимы удобные, комфортные, светлые офисы, которые предоставляет бизнес-инкубатор. Родители наших учащихся доверяют нам своих детей. Корпоративные клиенты тоже оценили качество. Мы работаем на результат и ценим каждого клиента. Бизнес-инкубатор представляет хорошее помещение, да, в которых комфортно и хорошо работать. И необходимая поддержка в сфере ведения бизнеса, тренинги, бизнес-консультация тоже предоставляются. Поэтому большое им спасибо. У меня была замечательная идея. Бизнес-инкубатор помог мне ее реализовать. Посмотрите, что у меня получилось. Бизнес-инкубатор, в первую очередь, для меня это помощники. Помощники в становлении бизнеса, в развитии бизнеса и в поддержании его. Вы знаете, для меня сегодня бизнес-инкубатор – это, ну, это, наверное, часть моей жизни. Я отдаю себя людям, мне это нравится делать, и я, самое главное, вижу, что я не одна. Есть команда бизнес-инкубатора. Сегодня есть команда города, и сегодня настолько... даже слово неприятно, а слово то, что поддерживают эти люди тебя, твои начинания и дают зеленый свет любым идеям. Да мало того, что у нас руководители сегодня стали такими, что они сами идут со своими идеями, и мы сейчас вместе думаем, как реализовать эти идеи в жизнь. Поверьте мне, планы у них и у нас наполеоновские. Поэтому, наверное, я родилась в этом городе, я училась в этом городе, и я хочу, чтобы сегодня город был... Но город новых возможностей, город, чтобы к нам вернулись сюда дети. Поэтому, наверное, может быть, это не скромно, но вот сегодня бизнес-инкубатор, сегодня город Заволжье – это на самом деле частичка меня и частичка моей жизни. Заволжский бизнес-инкубатор. Первая пятилетка 2010-2015 годов. Итоги. Выдано 96 грантов на открытие собственного дела на общую сумму 27,2 миллиона рублей. 25 компаний получили гранты на возмещение первого взноса при приобретении оборудования в лизинг на общую сумму 29,6 миллиона рублей. 19 компаний получили компенсацию по уплате части процентов по кредитам коммерческих банков и договорам лизинга на сумму 9,1 миллиона рублей. Две компании получили грант на уплату паушального взноса на приобретение франшизы на сумму 600 тысяч рублей. Проведено 1000 часов обучающих мероприятий, которые посетили 849 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. 15 компаний получили возмещение части затрат на обучение своих работников на сумму 250 тысяч рублей. С 2012 года выдано 114 микрозаймов на общую сумму 32,4 миллиона рублей. Все проводимые бизнес-инкубатором мероприятия анонсируются на официальном сайте Заволжского бизнес-инкубатора biz-zvl.ru. По проведенному Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области мониторингу, оценке эффективности деятельности всех бизнес-инкубаторов области, деятельность Заволжского бизнес-инкубатора по итогам работы признана эффективной. По всем четырем направлениям Заволжский бизнес-инкубатор получил оценку «отлично». Серьезные задачи невозможно решить в одиночку. И важнейший итог первой пятилетки – это то, что Заволжский бизнес-инкубатор взаимодействует с партнерскими организациями и открывает новые возможности для совместного сотрудничества, обмена опытом по процессам бизнес-инкубирования, а также продвижения товаров и услуг заволжских компаний. Партнеры Заволжского бизнес-инкубатора. Торгово-промышленная палата Нижегородской области, Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор «Клевер» и бизнес-инкубаторы Нижегородской области, Центр бизнес-практики «Лидер», Евроинфокорреспондентский центр, основная услуга которого – взаимодействие в поиске бизнес-партнеров малым и средним предприятиям России и стран Евросоюза, бизнес-школа «Green City», региональный оператор федеральной программы «Ты предприниматель», бизнес-движение «Колесо», немецкий центр в Нижнем Новгороде, государственное автономное учреждение «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской области». Группа компаний Global Market Group.
Моногород Заволжье – признанный центр отечественного автомобилестроения, ставший заложником своей родной отрасли, с 2010 года начал реализацию программы модернизации экономики. Совместными усилиями городской и районной власти, областного правительства при участии предприятий города был разработан и утвержден решением Думы города Заволжья комплексный план модернизации Моногорода Заволжья на 2010-2020 годы, который определил три главные направления выхода города из кризиса: содействие занятости населения, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, диверсификация и модернизация экономики города. К началу 2016 года на территории Городецкого района работают 8 иностранных компаний. Продолжается работа по поиску новых инвесторов, резидентов индустриального парка, созданного на производственной площадке Заволжского моторного завода. Важнейшее направление диверсификации экономики города – реализация программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Первые результаты по реализации мероприятий по предоставлению грантов, обучению и повышению квалификации – субсидированию процентной ставки по кредитам и договорам лизинга, организации информационной и консультационной помощи субъектам малого и среднего бизнеса существенно уменьшили количество скептиков, которых было немало, и показали особую значимость этого направления в рамках работы по диверсификации экономики города. Мы понимаем, что один малый бизнес город из проблем монопрофильности вытянуть не сможет. Вместе с тем, увеличение числа предпринимателей – это прекрасная перспектива развития города Заволжья. Задача органов власти всех уровней и городской власти в первую очередь – совершенствовать инструменты поддержки предпринимательства. Первые 5 лет работы Заволжского бизнес-инкубатора доказали, что это муниципальное учреждение эффективно выполняет свое предназначение – помогать и поддерживать предпринимательскую инициативу. Сегодня Заволжский бизнес-инкубатор – это навигатор новых возможностей для активных и предприимчивых заволжан.